Друзі, от так от, сьогодні Львів, акція у Львові, Львів говорить російською мовою, приєднуйтеся, а Донецьк говорить українською мовою. От так от буде відбуватися в країні, сподіваюся. Мова тут ні до чого, ми українці. Маріус Івашкевич зараз буде гостем ранкових курасанів. Маріусе, запрошуємо вас, заходьте, будь ласка, до нас. От, Маріус брав активну участь. Доброго ранку. Доброго ранку. За кадром з вами вітався. Доброго ранку. Маріусе, ну, ви неодноразово вже виступали, ще одноразово на телебаченні. От, хочеться ще раз дізнатися вашу позицію щодо ситуації нинішньої в Україні. Як подальший розвиток? Що може відбуватися? Или на русском лучше говорить? Лучше на русском, да, конечно. Хорошо. Как дальше, вот то, что произошло, как дальше будут развиваться события, по вашему мнению, получится у нас или нет? Ну, конечно, я не пророк, как и мы все, но я думаю, что, знаете, это, конечно, очень страшно, когда проливается кровь, но вместе с этим это становится и какой-то почвой для того, чтобы уже как бы не сойти с этого пути. Я думаю, вот в 91-м Вильнюсе мы имели, значит, 13-14 убитых человек. И это трагедия велика была, про ней говорили все, весь свет говорил. Да, ну, я, то есть в Украине она еще больше. Но я думаю, что это все-таки это была победа. Вот эти жертвы, они как бы... На них дальше как бы строилось, можно сказать, уже новое государство. Так что, конечно, будут какие-то, наверное, не знаю, маленькие расколы. То есть, мне кажется, конечно, сама оппозиция, она сплочена из очень разных людей, с очень разным мировоззрением. Но как бы это все равно... Ну, то есть компромисс должен будет быть обязательно, потому что всегда все будут помнить, что за ними люди, которые погибли. Как литовцы принимали ситуацию? Я имею в виду вход в Евросоюз. Насколько все было безболезненно? С какими проблемами столкнулись? Я знаю, что вот советский период, да, постсоветский период, ты мог прийти к домику, возле которого стоял столик, тебе хозяин вынесет выпечку там за какие-то небольшие деньги. Потом ситуация изменилась в корне, да, чтобы получить разрешение предпринимателя, нужно было получить кучу бумаг. Как ситуация? Вот как входили литовцы в это все дело? Ну, знаете, у нас была как бы долгая дорога. Я думаю, что дорога Украины будет намного короче. То есть, ну, скажем так, от вот старта этого, который произошел сейчас, до Евросоюза. У нас было 13 лет, скажем, ну, такого немножко хаоса после советского, который вы тоже имели. Но как бы это на самом деле, я думаю, что процесс вот этого вхождения в Евросоюз, он был, наверное, даже более, не знаю, более плодотворным, чем уже пребывание в Евросоюзе. То есть у нас была цель, все как бы работало на эту цель, и люди видели в этом, ну, какой-то, значит, да, свет. Когда уже это произошло, мы понемножку стали такой, знаете, ну, Бельгией, только, ну, немножко... Какой уровень жизни сейчас в Литве? Какой уровень? Все ли довольны, да? Сколько платят за коммунальные? Украинцы этого не знают, к сожалению. Конечно, мы еще как бы не догнали Западную Европу по уровню жизни, не знаю, там, насколько мы от них отстаем. Мы, то есть, много платят, скажем так, пенсионер в Литве, честно говоря, я даже не всегда знаю, как он выживает. Сложно. Да, потому что он, особенно зимой, когда он платит половину своей пенсии на отопление и там... Да, потому что газ у нас очень дорогой из-за... Ну, голодных нет, бомжей нет. Бомжи есть. Есть бомжи. Да, но я думаю, что многие все-таки из них это просто люди, которые выбрали такой стиль жизни, то есть быть бомжом. То есть, потому что, как бы, на самом деле... Знаете, все-таки есть возможность, если ты не можешь выжить у себя
в стране, получить работу, ты можешь уехать. То есть эмиграция, это как бы для страны, для народа нашего сейчас проблема, потому что большие цифры все-таки уезжают в Великобританию, сейчас в Норвегию. Но для как бы людей в отдельности это выход. То есть выход, если ты не можешь себя найти здесь, угу, ты находишь себя там. Как вы считаете, что нужно Украине для того, чтобы она стала полноценным европейским государством? Основные шаги какие-то? Что нужно ей сделать? Ну, я думаю, что основной шаг как бы сделан, то есть сделан выбор, и вы как бы, ну, то есть, я думаю, это был первый, на самом деле, такой бой за европейские ценности, то есть в самой Европе не было. А такого. Какие ценности европейские? Вот все они говорят, ну, да, у всех, у украинцев разное восприятие европейских ценностей, все говорят о представителях, что геи у нас будут гулять свободно по уле. Какие они европейские ценности, Майк? Да, это очень, очень интересно, когда пугают геями, значит, говоря про Евросоюз, но доля правды, то есть в этом есть, потому что все-таки, наверное, одна из очень важных ценности — это толерантность. Uh-huh. То есть принятие по-другому выглядящего, по-другому думающего. То есть, мне кажется, ну, открытый человек, вот это европеец, который, то есть, может не только дискутировать с имеющим другое мнение, но и принять это другое мнение. И услышать, если, и услышать, да, абсолютно, да, верно. У нас пока что, да, если ты не согласен, как правило, украинцы дуже часто доходят до бейки. Меня волнует вопрос, вот вы почему появились в Украине и не спровоцированы ли тем, что у вас, как бы, известно не только писатель, но еще и драматург, возможно, поприще нынешнее, которое есть в Украине, для вас будет, ну, очень хорошо скажется на вашем писательском таланте. Возможно, что-то выйдет очень даже интересное и для драматургии, в том числе, возможно, и для кино. Пьесы не будут ставить? Не планируют украинский театр? Или уже ставятся? Нет, в Украине нет, не ставятся. Но, вы знаете, честно говоря, я не знаю, почему так точно ответить, почему я здесь. То есть вас это... не заказали случайно? Нет, не засланный вы казачок в Украине. Нет, я купил билет, значит, за свои деньги и прилетел сюда. То есть я собирался сюда уже где-то с декабря, потому что сначала я хотел почувствовать вот эту эйфорию, которая здесь была. Вот эти, значит, люди, которые наконец пробуждаются и становятся народом, а не просто массой, которую как бы манипулировали. И мы себя лепили, да. Да. И, ну, потом, конечно, события не так, начали развиваться так. То есть тогда я не смог приехать. И потом мне начало казаться, что это что-то идет к войне, что тут уже, ну, как бы, не мое уже дело. Но после этого, после вот 18-20 февраля, я понял, что если я сюда не приеду и не увижу всего своими глазами, я никогда себе этого не прощу. А кто бы мог быть вашим героем, если это будет пьеса? Ну, к примеру, вот тех людей, которых вы для себя, ну, поставили первый эшелон. Возможно, это Поруби, возможно, Яценюк, возможно, или это Юлия Тимошенко. Просто, да. Мысли может какие-то быть, возникали, да, творческие, имеется в виду? Нет, честно говоря, и к профессиональным, как бы, там я не вижу. Но знаете, что я, наверное, мне более как бы интересное и страшное, не вот, скажем, это положительная сторона Майдана и всей революции, а та, значит, черная сторона. То есть, мне кажется, то, что на самом деле вот власть применила в борьбе с Майданом, это было что-то совершенно новое. То есть снайперы, стреляющие в митингующих людей, какие-то тетушки, какие-то там организмы. То есть это как бы, ну, открылось... Мордор, ворота ада были открыты, значит, и брошены против света. То есть у нас, скажем так, даже вот в 91-м, при всем зверстве, все-таки борьба была более честная, скажем так, чем здесь. И возможно ли в наших условиях, с нашими потерями, с нашей ситуацией, которая есть в стране, брать для себя опыт той же самой Исландии, той же самой Грузии, Литвы? Или все-таки национальные особенности той или иной страны будут диктовать свои правила?
Вы сказали уже о том, что у нас будет путь короче, потому что все-таки будут учитываться эти ошибки какие-то, да? Потому что мы уже прошли все-таки путь, ну, как бы от этого... Нужно все-таки строить свою систему отношений с Евросоюзом. Ну, вы знаете, конечно, там пример Исландии, Литвы, он немножко другой, потому что масштаб стран другой. Мы маленькие страны, когда вы идете в Евросоюз, вы будете большим игроком. И это как бы вся Европа понимает. Она выполняет очень маленькую роль. Ну, это пока. Да. Все буде залежати від нас. Маріс Івашкевичус, письменник, драматург, був у ранкових курасанах. Ви в Межигір'ї були? Поїдьте, маршрутки вже ходять. Маріс, скільки є можливість за невеликі гроші? 3 гривні. В Литві ціни набагато вищі. Дякуємо вам. Друзі, слідкуємо за ситуацією. Обов'язково пишіть 067-215-6666. Дякуємо вам. Спасибо большое.